Дарий? Алексиос. Иногда я мечтаю о простой жизни, о лавочке на горе, о рыбе, о том, как научу сына рыбачить. А ты никогда не думал о такой жизни? Я борюсь за справедливость, за тех, кого люблю. Но мы всегда причиняем боль тем, кого любим. Всегда. Нима, возьми накидку. Ты можешь замерзнуть в дороге. Как думаешь, мы еще встретимся? Конечно. Ты так уверен? Поверь мне. Пакти мертв, но Орден продолжает жить. Пока его возглавляет Аморк, мы в опасности. Он обрушит на нас свою силу, свой ум, свою хитрость. Он вечно будет искать тебя. И нас. Против нас у него нет шансов. Они все еще где-то здесь.
Отправлюсь в Дим и выясню, кто это. Всем приготовиться! Рад, что ты с нами, капитан! В воде что-то есть!
Лишь бы не заметили. Элла! Давай, вперед! Древние руины. Откуда они здесь? Что это за башни? Здесь только табличка. Что же там сказано? Значит, свет — это ключ.
Получилось. Оно стоит правильно. Закрыто. Надо свериться с табличкой.
Вот, как-то так. А теперь к двери. Наконец-то. Так, посмотрим, что... Чего бы отцу быть здесь? Жарко. Надо смотреть под ноги. Да как его сбить? Проклятый огонь! Что это за место? Придется нырять.
Вот это да! Есть кто? Икар! Предатель! Здравствуй, Алексиос. Приветствую в Атлантиде. Атлантида? Не может быть! Но это же миф! Многие тайны мира скрываются за мифами и легендами. Но кто ты? Меня зовут Пифагор. Я твой отец. Пифагор? Не может быть! Он умер много лет назад! Да, почти век назад, если ничего не путаю. И все же, вот я здесь, перед тобой. А Икар тогда? Мой старый добрый друг. Он присматривал за тобой. И вот ты здесь. Я здесь, чтобы встретиться со своим отцом. С тобой. Это не воссоединение семьи. Решается судьба мира. Так зачем я здесь? И что я должен сделать? Расскажи мне! Здесь хранятся знания, могущественные знания. Если они попадут не в те руки, человечество ждет гибель. Нельзя, чтобы это место нашли. Нужно навечно отрезать Атлантиду от остального мира. Я ничего не понимаю. Я воин, а не ученый. У всех есть предназначение, Алексиос. Твое — помочь защитить тайны Атлантиды. Ты прав. Греков нужно спасти от них самих. Прежде всего, верь в себя. Ты многое можешь. Постараюсь. Все нужные мне ответы здесь. Чтобы добраться до них, нужны особые артефакты. Я должен найти артефакты и вернуть их в Атлантиду? У меня есть сведения, которые облегчат тебе поиски. Это могущественные предметы. Они порабощают умы слабых и обладают собственной волей. Я верну их, но... У меня еще есть вопросы. И я отвечу. А пока возьми. Это фрагмент ключа, что поможет тебе найти артефакт в Биотии. Мой союзник сейчас как раз ищет второй фрагмент. Вики, здесь Атлантида! Атлантида? Проверю показатели. Ты бредишь. Мы ищем артефакт Ису, обладающий сверхсилой, а тебя волнует это? Пифагор родился в 570 году до нашей эры. Значит, мужчине в пещере почти 150 лет. Что поддерживало его жизнь так долго? Жезл Гермеса Трисмегиста! Мисс Хасан, вы правы. Я помогу все собрать. Да, поспешим.
Я добралась до места. Цепь пещер, которую мы обнаружили, подо мной. Снаряжение в норме. Готовлюсь нырять. Лейла, ты ведь не знаешь, что внизу? Вдруг акулы? Они лучше тамплиеров. Мы будем следить за Абстерго. Удачи, Лейла. Что ж, я спускаюсь. Где-то там вход. Я найду его. Вот. Должно быть, это вход. Вы еще слышите меня? Что-то вы примолкли? Да, слышу. Ладно, просто здесь ужасно тихо. Ты не одна, Лейла. Мы наблюдаем за тобой. Ты молодец. Да, если что, мы здесь. Сказала сосед, сидящий за столом. Между прочим, я и так могу быть полезной. Я много знаю о Древней Греции. Вы слышали, что минойцы построили в Закросе огромное кладбище, долину мертвых? Может, не будем о смерти? Алана, если я умру, назови это место пещерами мертвых. Ладно? Конечно. Эй! Я буду скучать по лофту. Мне нравился вид. Скучать? А вернуться нельзя? Ты не читала отчет Киоси? Там побывали Абстерго, он рассекречен. Нет, я же исследовала Тиру. Киоси, ты в порядке? Ну да. Я забрал снаряжение и наблюдал за происходящим издалека. Они нашли мой подарок? Да, флешку, которую ты уронила под стол. В Абстерго нет дураков, которые рискнут вставить ее в компьютер. И не нужно. Внутри нее мой RFID-передатчик. Стоит поднести его к терминалу, скажем, в кабинете начальника охраны, и... бах! Здорово. Да ну, пустяки. О-о-о! Я не ожидала такого совершенства. Как они это построили? Все бы отдала за инструменты ИСУ. Не похоже на Египет. Общие элементы есть, но... Для начала неплохо бы снять гидрокостюм. Да. Получилось. Лейла, Альтаиру 2. Я внутри. Камера работает? Да. О, боги, Лейла. Атлантида. Как самочувствие? Не тошнит от смены давления? Я в норме. Здесь просто потрясно. Думай, думай. Должен быть способ. Как-то же они открываются. Я возвращаюсь в Анимус. Алексиос покажет мне, как ему удалось попасть внутрь. Thank you.
Молчание лучше пустых слов. Времени мало, но у меня есть вопросы. Думаю, их накопилось немало. Я хочу узнать о своей семье. Сентиментальные и эмоциональные связи между людьми всегда мне докучали. Я знал, что Мирин привяжется ко мне. Что нужно культу от нашей семьи? В нашей крови кроется ключ к тайнам Атлантиды и к тому, как обуздать древние силы, что здесь сокрыты. Так им нужна кровь? Нет, им нужна власть и уничтожение тех, кто им не подчиняется. Ты ставишь под угрозу их планы, ведь ты можешь им противостоять. Им не удалось уничтожить меня, и подчинить не выйдет. Если ты всегда был здесь, как вы познакомились? Мы потомки тех, кто построил это место, как и ты. Мы знали, что обязаны сохранить наше наследие. И решили создать меня. Если можно так сказать, да. Так почему ты оставил нас с матерью в Спарте? Я и не собирался растить тебя. Нашим долгом было продолжить древний род и убедиться, что кто-то исполнит предначертанное, когда придет время. Ты мог привести нас сюда! Ты бы остался без подготовки. Я узнал все, что хотел. Расскажи об Атлантиде и своей работе. У меня нет времени, чтобы объяснить хоть талику того, что я узнал. Все, что я могу предложить сейчас, лишь намек на знание. И что же ты здесь изучаешь? Все, что есть. Историю первой цивилизации. Их культуру, науку. Эти знания изменят судьбу людей. Наступит эра просвещения. Только боги способны влиять на судьбы людей. Они и были богами, живыми богами. Это место похоже на гробницу. Как ты сумел прожить здесь так долго? Артефакты обладают немыслимой силой. Жезл поддерживает мою жизнь. И я изучаю это место. Атлантида, значит? Так что это за место? Думаю, здесь был город. Еще до того, как появились первые поселения людей, здесь жили мудрые, могущественные существа. Это могла быть библиотека, где древние хранили свои знания. На этом все. Что мне делать с артефактами? Помести их в соответствующие стелы. Это озарит путь к ответам. Мне пора. Да, времени мало. Нужно вернуть артефакты. Чем дольше мы ждем, тем больше вероятность, что Атлантиду найдут. С него глаз. Поиск совпадений во времени. Скорее, желание обрести голос. Я заменю ваши записи. С людей довольно ваших напыщенных речей. Я Алитея, истина и откровение. И я спрашиваю вас, Ису, что хотят изменить законы Вселенной, манипулируя человечеством. Чего вы хотите достичь? Считаете людей приматами? Создали артефакты, чтобы управлять ими? Вас так пугает их потенциал? Взгляните, чего люди достигли сами. Демократия, дипломатия, свои культура и искусство. Дружба выгодна всем, но вы не видите в них равных. В своей жажде бессмертия вы упустили очевидное.
столько симуляций, чтобы оградить себя от перемен. Напрасно. Перемены грядут. И не только конец света, что так вас страшит. Зовете себя спасителями, но скажите, не стал ли конец света результатом вашего вмешательства в законы Вселенной? Я слышу ваши ретрансляции. Вы больше не говорите за всех нас. Я тоже Ису, но больше не буду участвовать в эксплуатации людей. Те, кто был до нас, говорят с нами, открывают истину. Но их слова осуждают и тревожат. Боги вздорили и раньше. Афина и Посейдон спорили за Афины. Возможно, здесь победила Алитея. Отлично. Очень скоро мы сможем закрыть. Я был на волоске от смерти. Древний странник, эта запись призвана помочь тебе. Знаю, это сложно понять. Ис увидит варианты прошлого и будущего. Ты еще вернешься сюда. Другие предтечи будут испытывать себя. Артефакты, существа, а ведь еще есть проект Олимп. Они перешли все границы. Я не могу тебя направить. Будущее зависит от множества решений и принимать их себе. Многие из них принесут себе боль. Трагедии ваших драматургов станут пророчеством. Но прошу, не сдавайся. Ты куда важнее, чем тебе кажется. И у меня, как в ящике Пандоры, осталось лишь одно — надежда. Мы несем не только отчаяние. Как и я, ты восстал против своей судьбы. Твои героические деяния будут жить в веках. Не забывай, что знаешь истину, и победишь. Займи место в истории. Все ужасы и красоты этого мира твои по праву. Прими их. Это о тебе, хозяин Орла. Я не зря готовился. Особую важность твоего рода признали сами предтечи. Алатея видит будущее. Варианты будущего. Может, это пророчество? Не бойся. За темными тучами всегда светят звезды. Мне нужно найти подходящий артефакт. Быстрее. Этот артефакт поможет нам закрыть храм. Ты упрям, как его предыдущий владелец. Древний мудрец, твоя жизнь длилась слишком долго. Я знаю, что ты скрываешься от мира, разгадывая послание предтеч. Позволь дать себе совет. Ты пытался постичь суть уравнений реальности, достиг большего, чем кто-либо из людей. Это чудесно и трагично. Крупицы знания Вселенной хватило, чтобы исказить твое восприятие. Мне жаль. Предтечам не стоило открывать себе того, к чему ты не готов.
Ты живешь во тьме одержимости. Пойми, что твоим наследием должны стать не тяга к власти и не узы крови. Предсечи просто управляли тобой. Использовали твой разум для своих эгоистичных целей. Ты выше этого. Оставь наследие. И пусть твои математические открытия сияют даже после твоей смерти. Прошу, мудрец, очисть разум и сосредоточься на настоящем. У тебя в руках могущественный артефакт. Он достаточно продлевал твою жизнь. Это непросто, но лучше отдай его. Позволь другим закончить твои уравнения. Нет, нет, ложь. Это не одержимость, это мой труд. Я изучаю происхождение нашего мира. Это мнение, Пифагор. Хоть и весьма разумное, как мне кажется. Что-нибудь еще? Мне пора. Да, времени мало. Нужно вернуть артефакты. Чем дольше мы ждем, тем больше вероятность, что Атлантиду найдут. Надеюсь, меня еще не заметили. Нужно поговорить с ним. Давай. Давай. Лагерь. Горгий должен быть рядом. Должно быть, о нем говорил Пифагор. Впечатляет. Боги, ты Мистий! Что ты здесь делаешь? Меня зовут Горгий, я всю свою жизнь изучаю прошлое Биотии и Пелопоннеса. Я ищу вторую часть этого амулета. Ах да, я встречал подобное. И даже сам искал. Где искал? К сожалению, на поиски в Лакриду мне пришлось послать своего ученика. Он отправился туда и не вернулся.
Я сделаю все, что в моих силах, чтобы найти его. Благодарю за помощь, Мистий. Я очень волнуюсь за Пибоса. Куда он направлялся? По слухам, его видели у гробницы Миникея в Биотии. Что именно он искал? Там есть пещера, в ней могут быть очень ценные вещи. Я послал его проверить слухи, прежде чем отправиться туда самому. Не бойся, я выясню, что с ним произошло. Вот он где. Ну, давай. А это Пибос. Все, что осталось. Существо, которое убило Пибоса, могло съесть амулет. Части соединились вместе. Должно быть, это ключ. Статуя! Ее нет! Новый гость? Надеюсь, ты выносливее прежних. О, боги! Статуя ожила! Я не статуя, дитя. Как же ты развеешь мою скуку, если не в силах постичь, что я такое? Зачем ты здесь? Я охраняю это место. И то, что боги пожелали скрыть здесь. Кто же ты? Я Сфинкс, хранитель правды и знаний. Я здесь не для этого. Да? Ну что же, расскажи, зачем ты пришел? Тебе доверили один ценный предмет. Меня попросили вернуть его на место. Благородная цель, но помочь тебе я не могу. Я не приму отказ. Предмет слишком важен. Его сила губительна для слабых духом. Я выдержу. Жаждущий знаний должен быть готов рискнуть всем. Если ответишь на мои вопросы, докажешь, что ты достоин. Все ему покорится. Зверь, цвет, лист, птица. Железо, прочный меч, ничто не уберечь. Пойми, наша доля — принять его волю.
время. Впечатляет. Ввысь идет, но не растет. На деревья сверху взирает, но корни свои скрывает. Это гора. Как любопытно. Мала, как песчинка, лечу, как пушинка. Сначала услышишь, потом лишь заметишь. Калибри. Разумный ответ. А с тобой интересно. Что ж, как следует обдумай свой ответ и коснись подходящих символов. Thank you.